Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Юрский парк. Ну что же, готовы выпускать последних динозавриков. Соответственно, это мы и делаем. Сделал всех, короче, что там, дождливый тип, типа там. Или нет? Тут можно посмотреть? Шкура, тропический лес, серьезно? А, ладно, пофигу. Тропический лес... У вас тоже будет тропический? Да, тропический лес, короче, шкура. Так, тарадон-то есть. Да, максимум я сделал. Одиночество сейчас придут. Сколько? Двоих надо. Отлично. У нас четверо. Плюс надо дозавершить. Вот здесь. Что нам там откроется? Ага, хорошо. Я надеюсь, мы это сделаем. А мы сейчас запросим квестик. Можно? Можно. А, плотоядного. Хорошо, там как раз продать надо плотоядных будет. После квеста этим и займемся. Я узнал про отличную возможность. Ее не стоит упускать. Да ну что, правда, что ли? А, давайте вот здесь мы вот так вот. Для вас такой контракт будет плевым делом. Просто выведите несколько малышей, ладно? Они все такие милые, когда маленькие. Так, где он у нас? Алфавит забыл, вот он. Троих мне надо. Продать. Пускай пока работают. Тут все, кстати, прикольно. Ой, хороший кадр, наверное, на это пойдет. На превьюшечку. Ну-ка, иди-ка сюда. Вот так вот пускай будет. Отлично. Просто замечательно. Ну, еще бы вот эти были в кадре, было бы вообще замечательно. Тогда прям классно. Так, окаменелости срочно, да. Извлекаем, продаем. Что, где еще? Молодцы. Я вот этого хочу вывести. На него посмотреть. Так, извлекаем. Так, ага. Здесь все в порядке. Новые динозавры идеальны. Велоцираптор, серьезно? Мне кажется, троих. Вам пора переходить на качественно новый уровень. Я хочу, чтобы вы выпустили в загон стаю велоцирапторов и посмотрели, что из этого выйдет. Но чтобы все было под контролем, постарайтесь свести жертвы среди гостей к минимуму. Гениально. Так, ну это понятно, это мы уже сделали. Ой, не туда полетел. А, вот сюда, сюда и сюда. А, 2 минуты-то. А отказаться, естественно. А, нет, еще не прошло, но они мне не тот квест предлагают, который мне нужен. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Тут у нас все хорошо. А, сюда, кстати, можно этих. Точно. Точно, можно вот гиросферу сюда рядышком поставим. И пошел как-нибудь вот так вот. А, где-нибудь тут развернется. Вдоль речки, например. А, как, можно как-то... Вот так вот. Ой, хорошо. Ой, а я так близко поставил, что я даже это не смогу. Понял. Обратно-то я заехать не смогу. Так близко стоит. А, так, ага. Тогда вот сюда вот. Тогда мы делаем вот так. Делаем вот так. Ну и как-то так, и нормально, и все хорошо. Вот вам подключение. Ты серьезно, ты издеваешься, ты мне всех запорол. Ну ты и дурак, если честно. Так, а тут на что? А в чем проблема?
Блин, и мне вот листать вообще неохота. Так, ладно, геном уберем. То, ну, слишком маленький шанс на то, чтобы он вылупился. Давай, поехали. Троих. Да какой модифицировать? Просто вывести. Все. Да, оценил со своей тропической бурей. Не страшно вообще ни разу. Кстати. Вот иди сюда. Гиросферы 10. Продать подороже. Хотя у нас денег и так дофига. У нас очень много денег. Кстати, да. Дай нормальный кость. Продать Олоротитан. Хорошо, возможно. Так, эти норм. Эти норм. Пока что. Постараюсь. Да ты достал. Выводи. Отмена, не того. Велоцираптор, иди сюда. Как все сложно-то, оказывается, вывести. Ну что сломано? Кто сломал? Сооружение. Так, потом иди покорми их. Сюда. Так, хорошо. Сюда ехай, сюда. 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 Ну, наверное, еще сюда. Все, пока работайте. Давайте здесь купим. Чтобы тоже было. Поулучшаем, естественно, все. Так, нет. А, вот ты. А, ты занят. Тогда ты. Ты ремонтируешь. Ремонтируешь. Больше пока ничего не сломалось. Что ты думаешь, что создать парк развлечений с опасными созданиями, которые жили миллионы лет назад легко, то он сошел с ума? Возможно. Так, тут все хорошо. Так, естественно, это выпускаем. И снято. Вам предстояло принести победу отделу развлечений. Так и случилось. Так, ты идешь сюда. Ты их быстренько... Чтобы вот этот их не сожрал. Так, быстренько. Так, добавить задачу. Назначаю дополнительное задание. Работайте в паре. Так, велосирапторки у нас готовы. Так, ну это мы продаем. Успокойте его там. Полетает. Давайте быстрее, что вы там? Стоял пил. Я думал, этот стоит там так носом нырнул. Нормально. Все, отдыхайте. Так, здесь у нас что? Здесь у нас все готово. Выпускаем. Опять беспощадный бой будет. Опа.
Все. Динозаврикам травоядным хана. Ну, давай, быстрее. Мы делаем маловероятное, а вы невозможное. Возможно. Возможно, невозможно. Награду готова, да? Все хорошо, исследование. Это раз, это мы вот сюда. Берем сюда. Опять отправляемся на работы. Берем окаменелости. Да, извлекай. Продаем, извлекаем. Продать. Извлечь, естественно. Да я знаю, что мертвый динозавр. Что я вам сделаю? Ну, обеспечил. А что, я больше ничего не могу? А, ну, все, 5 минут, да. Йоу, это ваш братан Исаак, и у меня для вас кое-что есть. И это кое-что, предложение сделать кое-что для меня. Круто же, правда? Обидненько. Так, это что тут? Ходит, шарится. Ему нормально. Что-то еще хотел. Ну, в принципе, все, да. Сейчас он завершится квест, и с этого острова можно будет уходить. Пять минут. А что делать 5 минут? Нечего делать 5 минут. Там дерутся динозаврики. Ну, в принципе, давайте какого-нибудь возьмем. Где у нас? Мы вот с гиросферы наблюдаем. Управлять. Поехали. Где у нас эти велосирапторы? Я их, кстати, не вижу. Вот он ходит. Я думал, почему-то это не он. Вы сделали какое-то великое открытие. Как по мне, это успех. Здрасте. Не помешаю? Че, они пока накушались, да? А можно где драка? Хочу драку посмотреть. Вижу вот этих дурачков. Ну их тут 8, их много. О, привет. Привет, Блю. Ай, тихо, аккуратно. Экскурсия отключена. Активировано ручное управление гиросферой. А что, не двигаемся? Вот, все, двигаемся. Сейчас я вам покажу экскурсии. Вот он, мертвый динозаврик. Обидно. Выращиваешь, а вот эти вот зубастики их кушают. Ты что? Хвостом меня бьет тут, а? Здрасте, да-да-да. А что, сфера двигается? Ой, здрасте. Не-не-не, я не ваш обед, идите отсюда. А почему сфера двигается? Вот так вот, ага. Но темно становится, неинтересно. По
Посмотрим, как охотятся велоцирапторы. Что они не сильно-то охотятся? Вон птеродонты летают. А что еще делать 5 минут? Кататься в гиросфере, что еще? Но они, видать, наелись, поэтому они не охотятся. Соответственно, когда еда, голод, точнее, придет, они будут охотиться уже. Че вы носитесь-то, как эти? Да, вас могут сожрать, но это не я виноват. Ты куда там рванул-то? Давайте искупаемся. О, как прет, нормально. Надеюсь, вы захватили сменную одежду. Прикольно, да. А чё, никого нету? Там же двое сидел. Или выпрыгнул от страха. От страха такой экскурсии. Наконец-то. Что ж, это было неожиданно и впечатляюще. Гостям очень нравится смотреть, как бьются наши динозавры. Это как современный Колизей. Зрелище колоссальных масштабов. Ага. Да, на это есть спрос. Но в следующий раз посвятите меня в свои планы, ладно? Все это было частью моего исследования. А заодно повысило вашу репутацию в отделе развлечений. Все в плюсе. А учитывая, как себя показали некоторые животные, я бы сказал, что задетое самолюбие стоило того. Согласны? Честно сказать, не очень-то вы мне нравитесь, доктор Ву. Не только мне. Но с вашими достижениями сложно тягаться. Ой, отлично. Остров разблокирован. Хорошо. А, пока остаться здесь. Я... В моем распоряжении есть еще одна станция, о которой никто не знает. Ага. Даже в фонде Хэммонда не подозревают о ее существовании. Я говорю об этом вам, потому что дело находится под угрозой, и мне нужна ваша помощь. Я разрабатываю новые гибриды динозавров, и в одиночку не справлюсь. Хорошо. Как и наши хищные подопечные, мы должны затаиться и атаковать в нужный момент. Я рассчитываю на вас, тем более что возможности отказаться у вас нет. Ну ты ему дила. А, так, нет, не сюда. А, нет, не сюда. Вот сюда. А, так. Исла Сорна? Да, давайте на Исла Сорна смотаемся. А, там сделаем квесты. Ой, я надеюсь, там квест этот остался. Надеюсь. Пожалуйста, останься. Если нет, начнем другой тех динозавров, как бы туда-сюда, а будем выводить по новой. Блин, там одни долго выводятся, прям обидно. Да это я знаю, отстаньте. Да. Будем сейчас брать квест. Давайте я попробую его взять. Соответственно. Начать. Новое задание по поддержанию безопасности. Интересует? Да. Вот это я возьму. Создание. Давайте тогда вот это тут. Тогда у нас центр оса. И нам, и динозаврам. И вам, как и им, нужно реализовать свой потенциал. Так, ты летишь, а вы едете сюда. Наша цель — создать один огромный загон для разных видов динозавров. Начнем с детенышей и посмотрим, как они будут взаимодействовать и уживаться друг с другом. Естественный отбор в миниатюре? Таков ваш план?
Воссоздать природу искусственным путем? Если не сделаете все как надо, динозавры учуют, что что-то не так. Тут-то вы и окажетесь у них в когтях. Как и прежде, начнем с молодняка. Так, давайте я вот этого выпущу. Вырастите и разместите в загонах модифицированных динозавров. Вижу, вы работаете. Говорят, что вы с Ламбертом помогаете ВУ с какими-то сверхсекретными проектами. Если понадобится помощь или нужно просто держать рот на замке, я бы хотел, чтобы меня тоже подключили. Хотя бы из вежливости. И понимаете, кто вам это поручил? Не я, конечно, но мог бы и я. Это тоже считается. Так что делайте, что должно. Так, ладно, давайте или продадим. А, нет, я же хотел сделать вот так вот. Вывести. Выпустить, точнее. Пускай они помахаются. Перейти к окаменелостям, естественно. Извлекаем, извлекаем. Продаем, продаем, извлекаем. Туда же, сюда же. Туда же, сюда же. Так, идешь сюда. Так, задание, пожалуйста, мне вот это вот. У нас есть работа, которая вас заинтересует. Хороший квест, вовремя прям. Нам нужно продолжать искать динозавров, которых мы могли бы приручить. Ну или хотя бы попытаться приручить. Мы сможем контролировать их, позволив им самим контролировать себя. Выстроить природную иерархию. Значит, нам нужно больше образцов, и эта экспедиция может помочь. Так, вы, что где? Кто где, когда? Поехали. Работать. Так, где? Вот здесь, где шоу. Я про шоу забыл. Ага. Так, Индоминус пока побеждает. Он, по-моему, кстати, чистый у меня, а этот прям модифицированный хорошо. По 33, молодцы. А где Блю? Почему Блю не помогает? О, разорались-то. Ну-ка, подожди. Мы сделаем вот так вот. И где там? Вот. Ну-ка, давай О, Тирекс победил. Допустим. Во-первых, берем вот это дело. Ага. Так. Забыл, с чем. Так, Тирекс агрессивный. Хорошо. Я их всех продам, там все равно как бы. Так, Тирекс. Где у нас? Вот он, Тирекс. Модифицировать геном. Можно было подождать, пока я хотя бы это... Метаболизм. Вот, агрессивный, наверное, вот здесь. Эрекция. Вот это вот, наверное, да? Вывести. Так, спинозавр, прочность шкуры. Хорошо. Вы не перестаете радовать, несмотря на все трудности. Спинозавр. Пришел, увидел, победил, да? Продолжайте в том же духе. Подожди, где? Спинозавр. А, вот он, спинозавр прочной шкуры. Это у него в защите. Вывести. Кто мертвый? Где мертвый? А, эти маленькие. А чё они не едят? Ну, еда же есть, чё, в чём проблема? А вон Блю бегает. А, у нее это одиночество, она же... Их же трое должно быть, по-моему. Двое. Хотя бы. Так, отдыхает, хорошо. А, кстати, вспышка болезни. Где вспышка болезни? Ой. А
что такое? Ну так летите туда, хорошо. А, дай тебе квест, поскольку есть возможность. Да, иди сюда, да-да-да. Смотровая площадка, хорошо. Мои работы здесь, мне не часто попадались по-настоящему интересные предложения. И одним из них я готов поделиться с вами. Так, нигеризавр у нас где-то, вот он. Так, тихо, чё случилось? А, эти дерутся. Так, машина у нас поехала. Добавить задачу. А кто заболел еще где? Ух ты. Ну ладно, здесь у нас не проблема. Да ладно тебе, господи, зачем ты мне на машину-то? Все, иди лечи их. Так, эти пока дерутся, пока это... А, кстати, ну квест, естественно. А, смотровая площадка, да. Куда бы тебя воткнуть-то? А, вот сюда и воткнем сейчас. А, так, цератозавр с модификацией и интенсивной регенерацией. Цератозавр. Так, уберем все лишнее. Забыл. Регенерация. Почему-то модифицировать. Регенерация, это, наверное, где-то вот здесь, да? Ага. Все хорошо. Так, это хорошо. А, Indominus Rex. Интуитивное обучение. Хорошо сработано. Я ж нажал вывести. Я могу ячейку еще одну добавить? Шанс успеха 4 туда. А, Indominus Rex интуитивная. Так. Indominus Rex модифицировать. А, что-то там интуитивное. Вот, использовать. И сразу... А, ну сразу вывести, господи, что они вывожут. Поехали. Так, вспышка болезни. Кто где? Вы лечите их вообще или нет? Чего вы стали-то, дурачки? Так. А, машина. Идите лечите. Чего? Эти что, куда уехали? Или эти еще не доехали? Нет, они должны были доехать. Они уже там, дома где-то. Все, идите туда. Так, а здесь я должен всех продать, кстати. Так, этих я попродавал всех. Все. Хорошо. Так, эти тут бесятся. Какая угроза динозавра? Где угроза динозавра? Тебя, дурак, вылечили, а ты, блин, дерешься еще. Отстань. Отстань от меня. Неинтересны мне твои квесты. Запросить. Давай. Похоже, у нас появился новый контракт. Рекомендую ознакомиться с ним. Хорошо. Так, быстренько, так. А, не влазит, хорошо. Чувак, оп, где, когда? Опа, нифига ты. Ой, не ту, не ту, не ту. Так, все, этих успокаиваем. Так, где ты? А, следующая машина.
давай-ка ты вы вылечите, а уже их там, блин, что за фигня? Так, пока они там дерутся, ограждение должно починиться. Да прибейте уже кто-нибудь, кого-нибудь, когда-нибудь. Так, да хватит забор-то ломать, дурында. Поехали. Иди сюда. Все, хватит драться. Да, в смысле ты промазал? А, все. Так упал, как будто помер на ходу просто. Да, просто продайся ты, господи. Блин, я быстрее сам это сделаю, серьезно. Да-да, там хищный динозавр. Опа, здорово. Стоять, блю. Ой, ху, прям на кончик. Офигеть. Прям на кончик, офигеть. Это было красиво. Так, что у нас здесь? Вы видите, выпустите. Хорошо, понял. Этот пока еще... Этот будет долго, я так понимаю. Ну, поехали. Ой, да кого? Куда? Когда? Куда? Кого? Вот сюда. Там нам надо нигеризавр и еще кто у нас? Уранозавр. А я в душе не компочу. Где он там? По-моему, где-то здесь. Если бы, да. Уранозавр. Вот он. Стегозавр. А, нигеризавр еще, кстати. Они... А, они вместе, да? Все, понял. Так, иди сюда. Ну, давай сюда, наверное. Они в одном месте, это хорошо. Так, тут разобрались вроде бы. Все. Успокойтесь и спокойствие, спокойствие. Просто выведите и выпустите, что это в один закон или не в один. Создайте и расселите требования быстро и эффективно, устранить любые нарушения условий содержания. Задание будет провалено, если погибнет хотя бы два динозавра, необходимо для его выполнения. Угу. Угу. Сходите в разные вольеры, мне их еще распихать. Ладно, посмотрим. Ну, Индоминус надо дождаться. Давайте вместо вот шанса мы сделаем скорость. Так, иди сюда. Еще не прилетели? Плохо, плохо работаете. Ой, что-то есть, да? Серьезно? А, понял. А, квестик можно взять? Да, отлично, иди сюда. Займитесь этим контрактом. Ага. Чувствую, мы оба об этом не пожалеем. Окей, так, а продать... Вот 4200, хорошо. А, тут у нас налажено. Хорошо, здесь. Естественно, увеличиваем. Хорошо. Здесь... А почему ноль? А, там никого нету. Рядышком. Так, здесь ты. Где-то 5... Ой, 5500, хорошо прям. Продать. Давай, ну так, например. Здесь тоже увеличиваем. 5600, неплохо. Самый проходимый, видать, то что. 7-8, ой. 7000, давай сюда. Так, продать за... Вот так вот, неплохо.
Вот и квест сделали. Мы закрыли контракт и выполнили все задачи. Это самый благоприятный исход. До ночи прошли. Ну ты, блин, мне дай последнюю уже выполнить фигню. Так, 60%. Ну, я думаю, в один вольер их выпустить. По-любому надо будет в один. Я думаю, они первое время хотя бы не поубивают друг друга. Так, ну здесь понятно, кто будет. Да, наверное, что у нас скорость инкубации. Причем четвертую надо везде поставить. Там у нас два самых долгих будет. Да пофиг, не хочу я новый контракт. Я хочу другой новый контракт. Я хочу отдел безопасности. Дайте мне его. Ой, тропическая буря, серьезно. У нас некому, кстати, беситься, поэтому все хорошо. Так, ну вы прилетели, молодцы. Так, иди сюда, сюда, извлекаем, извлекаем, продаем. Отправляем, естественно же, сюда. Так, вот сюда. Ну, давай сюда. Рядышком пускай будет. Все, можно? Спасибо. Нормальный квест, пожалуйста. Рекомендую вам присмотреться. Хорошо. К этому контракту. Хороший контракт. Как раз 4 динозавра. Прям удачно. Ну чё, ну и буря, ну чё, не боюсь, не страшно. А, точно, где у нас птичник, вот он. Пускай это развлекается. Что-то я забыл, я же там на том острове забрал. Ох, ё. Ох, ё. Ты прям это, дружище. Ты прям где надо это появился. Мне кажется, ли маленьких динозавров там должно было вообще это засосать и в космос отправить? Так, где, иди сюда. Эй, тихо, ты куда полетел-то? Стоять, дружище. Блин, отремонтировал. Да тихо, пусти меня. Сейчас мы проскочим сначала. Ой. Ой, здрасте. А я за тобой. Ой, ты какой молодец. Стоять, не рыпаться. Так, там второй еще, я понял. Где? Вот он. Ай, почти. Попадет? Ой, хорош, попал. Давай еще разок. Почти. Ой, попадание. Ой, еще попадание сейчас будет. Нет, не было. Да ты серьезно в этом? Я же в него никогда не попаду. Поехали. Быстро. Да в смысле? Ну что вот он убегает, а? Так, хорошо, куда он поехал-то, дурында? А, в смысле, сломал мне эту, что ли, станцию рейнджеров?
Так где ж, кто, что? А, вот сломал. А, вот почему тут все. Так, другая машина. Добавить задачу. Обезвредить вот этого. Вот этого мелкого. Починить вот здесь вот. Так, что так ты? Куда он там рванул? Где? Вот он. Догоняйте. Машина. Стоять. А чё, какие помехи? А, понял. Ну куда вы полетели, мелкие твари? Уйди. Все, тихо. Ну не, я в него не попаду. Все, отремонтировал, хорошо. Добавить задачу. Лови. Лови вот этих маленьких застранцев. Обезвредить, убрать, он внутри. Ловите. Ну ты серьезно, ты в него можешь это попадешь? Как бы. А, наконец-то. Гребаный этот смерч. Что такое, в смысле? Ну, ловите, что вы смотрите на них? Ловите. Что я вам сделаю? Пытайтесь, ищите, вылавливайте. Все. Кстати, этот, как его? Господи, к милости уже пора. Жесть, это вообще ужас просто. Так, продать, извлечь, продать. Какой продать? Почему продать? Почему продать? А, он 100% будет. Все. Да не туда, господи, тебя. Вот сюда. Что у нас еще есть? Ты. Давай. Ты. Тоже давай. Так, поймали. Хорошо. Ага, идет ловить. У кого мало здоровья? Где мало здоровья? Ага, понял. Мы стремимся укрепить доверие. Не давая динозаврам пить, мы никогда его не завоюем. Продать. А, что ты хочешь еще? Что ты от меня хочешь? Все, вы продаетесь, да? Иди обратно, мелочь пузатая. Так, этот забирается, все, отлично. Фух. Так, вы на продажу, да? А он это не задохнется так? Ну ты серьезно, мать твою? Давай, продашь его. Все, поехали выпускать, блин. Так, ты. 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 И ты. Я надеюсь, их в один загон надо. Не надо, ну и ладно, как-нибудь попробуем разобраться с ними. Так, он почти приехал. Так, продаем, продаем, извлекаем, извлекаем, продаем, извлекаем. Ага, сюда. Сюда, так. Идешь сюда. Тут у нас 100%. Давай сюда, наверное, сходишь. И вот сюда. Рада сообщить, что в парке
Ага. Ага. Так, ну где ты? Продать. А, что они это? Они мирно все. Ну вот эти точно не мир. Когда появится новый контракт. Кого мало здоровья? Где мало здоровья? Индораптор мой особый проект. Вы им заинтересовались, и этим заинтересовали меня. Так что знайте, теперь я за вами слежу. Ага, понял. Доктор Ву, конечно, мечтает о новых гибридах, но мои интересы ограничиваются проверкой протоколов безопасности и оценкой стратегий по обеспечению благополучия динозавров. Так, не рыпайтесь. Я всегда считал, что это взаимосвязано. Довольное животное реже срывается с цепи. Срывается с цепи? Нет, они ведут себя как и должны. Изнутри клетка выглядит совсем не так, как снаружи. Так, поехали. Давай. Главное, чтобы они не сдохли. Подождите. Уйдите. Быстро, уйдите. Подлечи его, молодец. Так, вы лечитесь, молодцы. Так, ну только не умирай, не надо. Ну блин. Так, тут что у нас? Эти живы. Хорошо. Блин, этого он убил. Вы серьезно, уроды? Вы чё, блин, делаете? Давай. Жми. Быстрей. Брат, на разворот. Быстро. Да, подвинься ты. Давай. Так, там ими должны заняться были вертолет. Тихо. Ты куда? Давай. Опа. Стоять, друг, не выходи, пожалуйста, не надо. На шпагат сел, дурачок. Так, идешь сюда, во-первых. Так, здесь у нас что? На место. А, где? Быстро. Добавляю задание. Задание получено. Так, вроде никто пока не вылез. Какая угроза динозавра? Где угроза динозавра? Нет угрозы. Вы такие прям это, я не знаю. Так, все, тут нормально. Тебя, естественно, я продаю. Направляюсь забрать актив. Так, ты идешь сюда. Так, стоять. Куда поехал? Попробуем их сейвить 3 минуты. Это получится, кстати, теперь долго. Очень долго. Вылазьте отсюда, дурачки. Вы что сюда забежали-то? Ну, выходите. Вы что, закуской решили стать суицидники? Ну, стойте, мне-то пофиг, что.
вас сожрут же. Так, что он там? Нормально? Так, эти что, махаться будут, да, что ли? А чё вы? Ну, успокоились. Куда? Стоять, сказал. Вон, на, ракеткой поиграйся. Ты не понимаешь, дружище? Вот, отдыхай. Все, молодец. Где еще один у нас? Вон он шарится. Так, вы пока здесь, а ты... Давай его сюда мне. А что вы тут делаете, вы мне объясните? А вы решили это толпой целый суициднуться здесь или что? Так. А ну тихо. Будем лечить его. Ой, промазал, сорян. Ой, хорошо попал. Будем в каждого по отдельности. Попаду в него. Серьезно, не попал? Вы далеко, наверное, улетает. Попал. Все, вы успокоились. Чё нюхаешь? На, в нос прям. Тихо, сказал. Так, вы чё там, совсем с ума сошли у меня? Все втроём решили заборы ломать? Так, ну-ка. Спокойствие. Вон, поиграйте, сидите. Ты. Тебе жопу подпалю сейчас. Успокойтесь, сказал. Вон, иди играйся. Так, они отвлекаются на это, хорошо. Я так могу долго. И сказал, жопу подпалю, будешь орать. Идите, развлекайтесь. Что там, суицидники где? А можно ворота закрыть? Почему они не выбегают? Так, тихо себя ведите, ребятки. Мне главное квест выполнить, остальное меня не волнует уже. Вот это развлекалово динозавром, красный дымок. Тихо, 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 спокойно, спокойно. Заборы не ломаем, ребята. Все хорошо, все отлично. Не вздумай, сказал. Тебе жопу подпалю. На, тебе побольше красных шариков. Лови. Развлекайтесь. Они нюхают там, что, запах какой-то или что есть? А что, у тебя хпшки-то мало? Молодец. Так, что, квест сделал? Ой, хорошо, молодец. Все. Фух, это было жестко.
Так, во-первых, так. Всесторонняя проверка окончена. Все в норме, миссия выполнена. Спасибо за помощь. Вы очень полезный и ценный сотрудник парка. Возможно, когда-нибудь вы разделите с нами награды за все наши труды и разработки. Иногда ради высоких целей приходится отставлять эмоции в сторону. Доктор Ву это понимает. Ой. Я это понимаю. Теперь и вы должны понять. Я прибыл на эти острова, чтобы не бежать от прошлого, а придать ему смысл. Где еще можно столкнуться с историей лицом к лицу? Причем с самой древней. Увидеть ее и подчинить себе. Тут мы главные. Да. Да. Теперь ничто не грозит. И все благодаря вам. Теперь сотрудники отдела безопасности в вас абсолютно уверены. А я 5 звезд получал на этом острове или нет? Джунгли. Джунгли откроются. Как бы, ну... Остань. Задание научное дело Исла Сорна. А, у нас же тут задание. Точно, у нас же еще 2 задания. Понятно, да. Да, пускай тогда с этими не разбираются. А мы, короче, заканчиваем на сегодня и продолжим в следующей серии. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлисты и на паблик в описании под видео. Всем пока.